Чувашии собираются создать единый бренд для продвижения местной продукции. Такое предложение высказал в РИО главы республики. Сделано в Чувашии должно звучать как символ качества. Представители промышленных предприятий считают, что для продвижения товаров на внешние рынки нужно создать торговый дом Чувашской республики, в котором была бы сосредоточена вся работа по получению паспортов, сертификатов, другой торговой технической документации для международной торговли. Это облегчит выход предприятий на новые рынки, позволит напрямую торговать продукцией. Кроме того, планируют создать межведомственную комиссию по защите интересов товаропроизводителей.